Надоело ждать. Когда Назарбаев перестанет воровать? Каждый год миллиард долларов исчезает в банках Назарбаева. Миллиарды долларов используются на бесполезные проекты, как экспорт. Наши деньги, деньги народа, наши налоги. Мои родители работают, я работаю. Народ работает, чтобы нуротанцы высылали своих детей за рубеж? А как же мы? Что делать нам? 23 июня. Митинг по всему Казахстану. За бесплатное высшее и среднеспециальное образование. Надоело молчать. Выходи и требуй свое. Ага, дорогая.